вроде для сушек, которые и сняли. То есть была партия, большая партия двигателей. Вот. Лавочкину нужно было что-то делать с лагами. Они как-то встретились чисто случайно в каком-то кабинете, разговорились. И там буквально за несколько месяцев переоборудовали лаги под эти двигатели. Леха, у нас на 3 часа 2 контакта. У меня скорость 320. Хорошо. Не, будет ниже нас. 2500 может. А мы не слишком далеко от ребят убежали? А, пара на час где-то вот с курсом 350. Мага, эти контакты не вижу пока. Ну, они уже ниже нас, так что можно на них лететь. Поворот вправо. Курс 30. Принял. На 12 миль. Так, один падает. Второй летит пока. Но он ниже нас. А, начал клиниться. Отлично. Да. А, вообще, а, вот. Вы на него заходите, да? Мы на второго пойдем. А он совсем низко падает. Ну, давай. Кто пойдем. Это за ним пошел? Осторожно. Макло слева. Слева Лори. Добиваю. Так, Аджин, я тебя не вижу. Ой, Дим. Ты куда-то пропал у меня? Я чуть левее я взял. Я на 6 сижу. Мессер. Кого? Мессер. Я думаю, Мельки, это не твой мессер. Да, это наш мессер. Не, за тобой. А, нет, не лезь в прицел в маку. Ушел. Или Аджину. Ушел. Блин. Я на высоте 2500 над городом. Ты куда-то вниз утянул, я тебя потерял. Нет, Маки, да, все, я тебя вижу, я за тобой иду. Лучше за тобой. Я вижу тебя всех. Увешивается. Надо не спать. Хорошо, 2500 над городом. Поднимаюсь, ты ж... Над городом. Я тут пока стерегу наверху. На стрельбу ставил. Я вижу кого-то где-то на 2300. Вот сейчас по кому кого работает. Вы на него заходите? Да. Не дотянуть меня, наверное. Дим, я сейчас пошел чуть ниже, там какой-то кон. Надо проверить. Вижу. Это может и я на 200 сейчас. В принципе, надо идти, по которому ПВО работает. 410 у вас там, да? Да. Хорошо. Я вхожу на базу. Дим, я назад наверх возвращаюсь. 24. У меня высота 2. Ну, сейчас 2500 почти. Дай квадрат, где ты вообще? Кранты ему. Ты вечно. А, ты меня прям по курсу. Вижу тебя. Да, я на базу ухожу, у меня масло не заляпано. Пристраиваюсь, возвращаюсь. Окей. Вижу контакт. Я ножницы перед носом сделал в упор и отхватил поклонник. Так, мы прикрыть маку. Мак, квадрат, да, это высота. Лура, я тебя не нашел еще, погоди. Я на тебя иду. Аджин, если потерял где-то на фоне. Что видел, сейчас ты куда ушел? В левом вираже стою над городом. Справа стою, да? Не-не-не, это мы на 6. Мак, давай над гавани встанемся. Дим, давай. Да. Ты уже еще кого-то сбил. Нашел? Вроде да. Так, вижу тебя. Сажусь на 6, я попаду. Леха, давай влево. Я разворачиваюсь. Пойдем спустимся. Тут одни боты остались, так что уже. Все, мы начинаем кормиться. Да, начинаем. Так, вот этот мой.
один из этих не попал. Приборную панель. Так, сейчас бы твоего не забрать. А, все, уже всех убили, блин. А нет, 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 вот этот мой. Так, вот тут бот. Я не сбиваю, а Джен не сбивает. Лори не сбивает. Парни, эту запись надо делать. Так, так, так. Еще один контакт. Еще один есть. Смотрите. Блять. Я этого бота сейчас сниму. А один вообще враг не бот летает. Да, один враг не бот. Вы осторожнее. Ну, судя по количеству его смертей аж в две, он пытается взлететь все еще. Так, Варя, летим на их базу. О, еще работает. Варя, давай левый вираж, летим на сторону базы. Это я тебя не вижу сейчас. Курс 350. По кому по боту работает наша? Я хочу бота добиваю. Да и 150, я вас нашел наконец. 350, да. А я вижу контакт. Высота километр. Да хрен. Сирфилда летит к нам. Да, это не наш. Лори, могу вот за тобой пробить. Дим, собьешь? Да. Догнать еще надо. Я пока по своим ботам постреляю. Так, на наши базы 6 заходит, осторожней там, смотрите. Все нормально, пролетел. Принять. Давай, давай, Дим. Черт, что за... Ну ё-моё. Как так? Жадность фраера купила. Накручиваю за ним, иду чуть правее. Давай. Он выйдет от деревьев, что ли? Высокий. И не, я слишком низко. Под землей удирает. Нырнул. Фок, что ли? Нет, мистер. Не, мистер. Пойду на землю похаваю. Вы его собьете сейчас? Конечно. А, то есть, ну, гараже с нами стоит. Блин, сам дурак. Сам собьется, по-моему. Он мне не даст. В общем-то, поскочу. Да. На землю. Капотироваться надо.